Сериал «Чужая» не просто мелодрама, а какой-то триллер с элементами фантастики. Девушка Марина просто пошла поправить носик к известному хирургу и пропала, а вместо нее появилась Катя. Фильм просто потрясает размахом фантазии автора. Конечно же, в реальной жизни такое не может случиться, но тут сюжет лихо закручен. Когда Катя понимает, что она Марина и попадает в свою семью, ее удивляет поведение мужа, который ее не искал и поверил всем сплетням, которые рассказали про его жену. И уж слишком быстро он решает жениться на лучшей подруге своей якобы сбежавшей жены. Катя, которая Марина, все-таки решается на признание мужу Виктору, что она – это не она, но он не обрадован и не знает, что ему делать. Дмитрий, который любил все время Катю, не может поверить, что она – это не она, а Марина. Но все-таки он бросается на помощь Кате Марине, потому что понимает, что Марина добрая и не оставила мать Кати в беде, а пытается ей помочь. После всех этих приключений, когда муж Кати был разоблачен, Катя остается с Димой. В конце сериала выясняется, что настоящая Марина Жданова жива. Так кто же такая Катя? Ника сказала Виктору, что у них будет ребенок. Он отказал Кате в работе, но она рассказала ему свою историю перед уходом. Дмитрий объясняется Кате в любви, именно той, какая она есть. Катя возвращается к Полякову ради того, чтобы он помог Алене с операцией, но Алена умирает. Катя продолжает играть в покорность у Полякова, и они должны улететь в Америку. Поляков ждет документ и фотографии про операции Кати и Марины. Нелли в доме Полякова в бессознательном состоянии. Катя находит ее и приводит в чувство. В морозилке тело его жены без головы. Нелли признается, что Катя на самом деле Марина Жданова. Катя убегает и за воротами встречается с Димой. У нее в руках компромат на хирурга. Полякова задерживают на границе. Он убивает Нелли случайно. Катя остается с Димой, а Поляков свихнулся и теперь находится в психушке. Они все сидят и празднуют подачу заявления Жданова. В это время открывается дверь и заходит настоящая Марина Жданова. Дальше наступает немая сцена, которая наталкивает зрителей на продолжение сериала. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.